Алло, молодой человек, здравствуйте. Здравствуйте. Мы заказывали пиццу сегодня в пол первого дня. В пол первого дня. Сейчас 16:32. И хотел бы узнать, когда у нас будет доставка? Вы разговаривали с оператором, на сайте делали заказ? На сайте делал заказ, разговаривал с оператором. Каждые 5 минут звоню вам. Вы на этот номер телефона, который вы звоните? Да, на этот, который я звоню. Да, я все равно буду звонить каждые 5 минут, как и делаю это. Я вас понимаю. Ага, окей, хорошо. Алло. Кто-то еще звонил, может это уже курьер? Может. Повезло, сейчас посмотрим. Капец. Я звоню уже каждые 5 минут, короче, специально ему говорю. А я, да, мы решаем проблему. Ребята, 3 часа, сколько? 4. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это меня зовут Юлия, я начальник колл-центра. Звоним вам по поводу вашей ситуации. Вы обращались в колл-центр. Я прошу прощения, что заняла время для того, чтобы разобраться в ситуации. И приношу свои извинения за то, что вы не получили свой заказ во время. Но дело в том, что у нас сегодня и у вас заказ пиццерии, почему-то он высветился как выполненный, и она его не привезла. Я приношу свои извинения за этот момент, и мы хотели вам просто в качестве извинения со стороны нашей пиццерии привезти пиццу бесплатно. Пиццу что, бесплатно вообще полностью? Бесплатно. Отлично. Вы знаете, это очень хорошо, потому что мы видеоблогеры, мы об этом снимаем, ну, мы доставки снимаем и выкладываем в YouTube, и это очень большой плюс в вашу сторону, потому что, ну, это люди увидят, и мы об этом скажем обязательно. Ну, все предыдущие операторы, которые со мной общались, делали вид, что как будто ничего вообще не происходит. Извините, с вами связаться, и вот связались вы, и на самом деле очень меня утешили и порадовали. Да, конечно, спасибо вам, девочка, огромное, спасибо. Все нормально, вы это реально, вы этими всеми словами изгладили ситуацию. Давайте сегодня, если реально будет в это время, то давайте лучше уже сегодня. В течение этого времени будет, да. Все, договорились, тогда ждем. Ца, вообще, блин, гуакамоле. Ребят, вообще, все случилось так, как надо. Вообще, супер. Вообще, я вам сейчас расскажу историю, как было до этого. Короче, я заказал пиццу, да, они сначала сказали, что они могут на 5 часов привезти, так? Потом они перезвонили, сказали, что вы знаете, все исправилось, я могу привезти вам раньше эту пиццу. А друг звонит. Короче, вот, не дают поснимать видео нормально. Вот, и короче, вот эта женщина позвонила, вы сами все слышали. Я думаю, мы ставим этот разговор, да? Конечно. Все, ждем, короче, пиццу, посмотрим. Мы надеюсь, с ней довезут нормально. Да. Всего лишь останется заплатить за лазанью и все. Ну все, ждем пиццу. Ну что ж, друзья, наконец-то мы дождались наш заказ. Приехала наконец-то пицца, лазанья. Сейчас посмотрим, продегустируем. Ребята, мы снимаем в экстремальных условиях. Мы находимся в каком-то парадном. Проникли, потому что нам везли пиццу. 5 часов. 5. Она нам досталась бесплатно, как вы знаете. Да, досталась бесплатно. Сразу хочется попробовать. Ладно, давай попробуем. Тепленько. Еще тепло, кстати, чуть-чуть. Да? Угу. Картошка вообще фигня. Да? Угу. Ну что, вкушаем? Ну давай. Ну как? Вкусно. Ну давай сразу плюсы и минусы. Особенно я голодный. Ну, пицца еле теплая, учитывая то, что на 5 часов нам ехала. Да, у них, короче, сегодня база какая-то перегружалась. Угу. Вот такой вот еще входит. И 3 соуса. Угу. Какой-то травяной. А вот вообще какая-то вода. Бензин какой-то. А ну дайте я попробую. Вообще так дико все. Мне здесь прорвались. Вкусная. О, тут же еще эти борты колбасные. Ну как по мне, в этом, в доминусе лучше было. Намного. Реально. А все писали типа галимая, фигня, мама мия, короче. Бракуем, ребят, бракуем. Не скажешь, она плохая, но... Колбасные бортики, слышишь? Ты сосиску засунули? Это виденчика. Ну, все, за гуакамоле. Гуакамоле вкусный, кстати. Не, надо, короче, ребят, сырные бортики брать, потому что это бред какой-то. А вот это что, пармезан зажаренный? Моцарелла. А, моцарелла. Вкусная? Последний это моцарелла, блин. В каком году она была зажарена?
Ребят, все, пошла запись. Короче, мы продолжаем снимать. Мы переместились. Опять переместились еще раз. Короче, это самый загадочный, короче, заказ, который у нас был. Вообще, мама мия, не знаю. Все, просто мама мия. Все пошло плохо. Да. Как выглядит вот так вот. Видите, 80 гривен, потому что комбо-бокс шел бесплатно. Это единственное, что тешит. Да. И то комбо-бокс такой получается. Вот такая вот тема. Пицца средняя, вот такая вот. Картошечка. Три соуса. Соус какой-то. Кстати, ну давай открою. Давай, открывай. Жидкий какой-то. Кстати, мы находимся возле какой-то детской площадки. Сидишь. Фу, протек. Аккуратненько. Блин, самая дебильная доставка реально. Где тут пицца? Тут тесто половина и ага. Колбасные бортики именно. Да. Я думал, знаешь, охотничьи будут там какие-то. Угу. А тут бред какой-то. Да, соус прикольный. Да, зелененький. Рокамоле. У меня такая же лампа. Атмосфера. Соус. Это оливковое масло, походу, просто. Для чего оно? Не знаю. Картошечку помотать? Походу. Она понюхай, чем пахнет. Может, это трава какая-то? Ну, понюхай. Масло тоже. Ну, что-то прикольное такое. Доброго. А, вот еще. У нас там лазанья вот такая вот в комплект шла. Ну, типа, две вилочки и одна салфетка. Это, походу, реально масло какое-то. Одна салфетка реально, ребят. На двоих. Одна салфетка на двоих, ё-моё. Все, давайте смочим горлышко перед этим делом. Соленый. Ага. Все. Чтоб все теплое, это нет смысла говорить. Потому что она не теплая. Вообще фигня. Ну, в общем, картошка просто. Бортик отвалился, хотел только что взять эту. Блин, это реально самая унылая доставка из всех. Ага. Которая была. Единственное, что тут вкусное, это соусы. Ага. Просто если бы оно горячее было, было бы нормально. 5 часов. 5. В час дня мы позвонили. Пол первого было. Пол первого. В 6 вечера привезли. Ну и ну. Зато бесплатно, ну слушай. Вот вы слышали разговор. Она извинялась, наверное, минуты 3. Это хоть приятно, потому что вчера у нас такой же инцидент был с пинг-понгом. Лапша, типа. Нам мне извинения не сказали ничего. Говорит, ну откажитесь, так все. Ну эти люди реально ценят клиентами. Лайк за смену локации. Это лучше, чем в подъезде, честно говоря. Ну да. Реально, если бы это все было горячее. Посмотрите на эту пиццу. На борт сам. Ага. На толщину теста. Не, ну она и вкусная. Не, вкусная. Сама по себе. Свежая. Ну, сами понимаете. Ну, холодная. Давай. Держи половину салфеточки. По-братски. По полсалфеточки. Сейчас пойдем еще купим. Да. Кстати, консьержка нас не выгнала. Она нас попросила нормально уйти, потому что там в парадном какие-то генералы, какие-то еще кто-то. В общем, ну, она нормально нас попросила. Сказала, ребята, поймите меня, типа. Она даже нам предложила где сесть. Мы, типа, сидеть тут, типа, покушать. Мы же не могли там при ней снимать, мы же не говорили, что мы снимать будем. Ну да. О, вот лазанья, на вид прикольная. Ну да, и тёпленькая, кстати, еще. О, выглядит аппетитно, по-моему. О, зумирование. Давай. Отзумировались, так сказать. Хорошо, Макс, вилки там хоть две положили? Две. Давай, погнали. Пацан. Это нож? Да. Короче, мы просили их две вилки. Они нам положили вилку и нож. Короче, из 10-бальной шкалы мы ставим, ну, за наличие просто еды, что она пришла. Уже даже не хочется есть, что это такое. 1 балл, да? Или сколько? Минус один. Не, я бы поставил, не знаю, 2-3 где-то. 2-3 балла. За то, что бесплатно. Зато у них, блин, кедровые орешки сверху тут. Реально, все забыли, все перепутали. Все переделали. Да. Сейчас тогда я попробую. Ну, давай. Да. Это, конечно, смешно. Это ужас. Угу. А может, день сегодня такой? Ой, просто... какая она вкусная. Да?
Просто сегодня в Киеве нереальные пробки, идет дождь и одновременно мороз. Да. И, короче, и мне сегодня 2 человека упало. Люди катаются, да, как на коньках. Прикольные эти логотипчики. Кому это надо, типа. Ой, Мак, это шедевр. Ну давай, кушай. Не, лазанья топовая. Попробуй. Да, вкусно тебе. Соус такой. Пропитывает. О, брокколи даже есть. Брокколи. Если вы понимаете, о чем я. Подай этот сок, пожалуйста. Короче, ребят, мы не знаем, как это оценивать. Это, наверное, невозможно оценивать. Да, братан. Потому что везли 5 часов, перепутали. Но единственный плюс, что сделали бесплатно. Да. Все холодное, не добавили приборов, я не знаю. Но извини... Попал салфетки на 2 человек, я предупреждал, что у нас 2. Да, да. Но извинились, это главное, как бы. Ну, боже, кому это надо сейчас? Короче, ребят, мы не рекомендуем эту доставку. Мы вынуждены снимать были в подъезде и в какой-то детской площадке. Ой, ребята, что вам сказать? Извините, если мы вас этим обзором испортили настроение, но чтобы вы знали, вот такая вот у нас Мама Мия в Украине. Мы нам советовали, мы попробовали, вам не советуем, короче. Да. Поэтому все равно подписывайтесь на канал, ставьте видео лайк. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. I'm living the good life.